Да я тоже. Да я тоже затянусь. Ну, красота же, да, Мисика? Не знаю, что за девочка, вижу, не вижу отсюда плохо. Это уточки. А, уточки. Так, две свечки положим, секунду. Ага, нашел. Ну-ка, двигайся. Странно, снимаем уже кого-то долго, всего полторы минуты прошло. Нет, мало времени прошло. Ну давай ответим что-нибудь. Ну давай что-нибудь. Посмотрим. Так. Она живая, живая. Кто? Там было написано. Она живая. Эми? Нет, она. Ну давай я напишу что-нибудь. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Иначе я меня напишу. Ну, пожалуйста. Подожди, ты же к ней симпатию испытываешь, а ты сейчас такой злобой. Так я хочу ей что-нибудь симпатичное написать. Ксюш, ты тоже что-то с ума сходишь. Ты только шампанское выпила. Вить, он успокоился, она начала. Как раз хочу ей что-нибудь написать. Что-то так довольна, что-то так довольна. Почему мне быть грустно, Витя? Ну да, вообще-то. Это что, моя дыртяшка происходит? У тебя новый друг, почему ты его не добавляешь? Кто это? А это не совсем друг. Он... Это Дом.ру! Фигень дом такой. Еще одна утка. А кто такая утка? Ну, девочки, которые прям делают губы, это утки. А-а-а. Ты должен был это знать, как фанат интернета. Вот так? Утка? Да, это утка. Смотри, они какая симпатичная утка. Сохраните выражение, как да, Ксю, да утка. Да погоди. Тире утки? Да? Да, да. Блин, что с Твиттером сегодня? Не постится ни хера. Готово. Охеренно. Твиттер еще такая опция. Что значит твит? Чирик? Да. Чирик-чирик. Девочки, которые делают акустик чирик. Ну, готово. А вот в профиле, короче, это все отображается. Хуяк? Фантастика.
Смотри, это волшебство. Это бутерброд моего изобретения, я сам его разработал. Вить, я хочу бутерброд. Классно, да? Смотри, это чеснок. Вить, я хочу есть. Вить, это молочный. Такой остренький, вкусный. Я хочу есть. Смотри, Ксю, а это я... Да не сходи с ума, смотри. А это я покемона собрал. Ребята, вообще. Сейчас, погоди. Вот этот трек послушай. А я знаю этот трек. И чей твой мне нравится? Ксюша, не сходи с ума. Ну дай трек послушай. Биточек для этого трека делал я. Так, Ксю, блин. Ну-ка, что еще есть у Е. Соколовой? Да, позовем. Что еще есть у Е. Соколовой для нас? О, у меня открыты фоточки, смотри. О, боже, сколько кого? Я не знаю. Это Е. Соколова. Вот у нас Вот она бабка. Это не гопники, а приятные люди. Вот она выпивает. Она опять выпивает. Похоже, кстати, на сестру опасного потика вот здесь. Одно лицо с сестрой опасного потика. А это сам опасный потик. Мне надо вот так вот делать. Надо... Да подожди, смотри. Смотри, одна... Она, короче, запомнила ей бред. И посок. Она? Она. Одно лицо. Как круто, что мы ее нашли. Понимаешь, что это судьба? Да что, сестра опасного потика. Ага, класс. Не знаю, что за шишка такая. Вот язык опасного подсока. Язык сестры опасного подсока. Это ее лучшая подруга. А в кожаной куртке 92-го года. Да нет, ты что, сейчас же всех такие гоняют. А, вот кто это 92-й год, согласен. Только это 92-й год. Это френч. А вот это что такое? Это называется френч. Имитация утки. Да, что-то щеки надуло. Такая чувственная. Готова к минету. Дает понять самцу, что готова. Чьи это звучаги-то такие? О, смотри. На Митю немножко похож. Ну, чуть-чуть. Ну да, в таком-то афе. Мама, наверное. Это, наверное, она со своим посохом. Такая красивая девушка, смотри. Сними ее крупником. Ну, сними ее. Ну, покупи ее. Классно. Ну, все, боже. А, надо было кот водить, помню. О-о-о. Ксюша, я сейчас возбужусь. Классно же на сеновале. Ты никогда не хотел на сеновале ведь? В смысле не хотел? Чего? Опять, смотри, поспать? Имитация Мити опять смотреть. Я не знаю, а что за тёлка? Где ты, на которого изъявили? У нее Тим, у нее есть аудиозапись Тимати, о боже, понимаешь? Поэтому ее нашли. Блять, я тоже ничего не запилить. Аранжировка классная, да? О, смотри, корни. Давай корни послушаем. Знаешь, сегодня 1 сентября, поэтому корни надо слушать снова в школу. Может, школа, я скучаю. Помнишь, такой трек попсовый? Нет, надо слушать корни, причем надо это смотреть.
писать. Эх, блядь, ё, твою мать, хуем ресла телефать. Эх, блядь, ё, твою мать, а попсы будут торчать. Эх, блядь, ё, твою мать. Да нет, да нет. Давай посмотрим. Веди себя прилично. Ксюша, веди себя прилично. А как исполнитель это называется? Я хотела посмотреть. Что корни за... называются. Снова в школу корни. Так ты набрала корни? Нет, я набрала снова в школу. Клиптик? Да. Вон уже есть там. Там мы как четкие подписки до конца допишем. Ну что, погнали? Снова в школу, словно в первый раз. Снова ну-ка. В школу, словно в первый класс идем с тобой. Смотри, кабан. Парни, это какие сладкие вообще. Знаешь, я всегда любила вот этого. Я не знаю, как его зовут. Черненького? Да. Но он реально классный. А мне больше вот этот, который на гитаре играет. Типа, Асташонок? Да. Они хотели типа же сначала сделать группу, типа это The Beatles. Только там... А вот, ну, вот этот черненький ни хрена не умел барабанить. То есть ничего у них не получилось. Они не могли найти другого драмера? А вот моя мама утверждала, что самый талантливый кудрявый у них. Пашка. Она просто любила. Эту Ширку помню. Она тоже какой-то группе пела. Классный трек. Я такой не помню. Сейчас Асташонок будет так за кудрями расти, подожди. Ты что ты орешь-то? Как это самое, как пьяный сам. Ну смотри, как он здорово делает. А какой у них еще хит-то есть? Корни? Это я корни? Блин, мой джип, блядь, не надо лучше сидеть. Ты любил ходить в школу, ведь? Очень. Почему? Там красоваться там. Ты красовался-то? Ну, вообще-то да. Что это за шишка-то такая? Кул. А кто это пел? А записки ручейками, все туда-туда из детства. Та-та-та-та-та-та-та, беспокоит мою память, никуда от них не деться. Это тебе приснилось. Я записки школьника. Алине, ответь. Я не знаю, что ответить. Человеку хорошо, а у меня немножко другое состояние. А записки ручейками, школа, я скучаю. Школа. Смотри. А, любовная история. О, мне не нравится эта песня. Да как? Я не буду ее слушать. Я вот на эту шлюху гонял, кстати. В смысле, дрочил. В смысле, она шлюха. Нормальная? Нормальная девушка. По-моему, даже в жопу ее пёр из-за нее. Я тут все в жопу пёр. И сразу с четырьмя ебался, не помню. Фига, такие же проститутки, знаешь, уже где-то второй курс. Типа, ай, какие милые, я тоже хочу. А пацанам вот это беспонтовое обычно нравится. Прыжи. Типа, ты сейчас поцик выручит вот эту девочку, реально. Не накажет, а выручит. И уже других качают. Фига такая идиллия, сейчас они там, наверное, уже самое, извини меня, ширяются лентом по полной программе.
школьнички. Мне кажется, винт крайне не моден сейчас у школьничков. А что они жрут? Ягу? Нет, фен нюхают. Ну, может, ягу. Нет, что? Ягу уже не пьют. Фен, не знаю, навряд ли. Почему? Так как же учиться там? Слишком, слишком возбуждены будешь. Ну, не знаю, вряд ли винт. Мне кажется, винт он остался в 90-х. Да нет, распространено. Мне речь рассказывает, у него во дворе очень пацаны этим делом увлекаются. А речь еще увлекается. Только ганжей. Ну и пиво. Хороший парень. И пиво. Спа общению. Соска вообще такая, да? Прям такая минетная соска. А это анальная такая соска. И как ты хоть умеешь их различать, этих минетных анальных сосок? Я всех люблю. Я никак нет, родные. А как же ты их различаешь-то? Зубы. Очень, очень красивый. Зубы уже вставляй. Да не вставляй, ходи так. А вот этот симпатичный парень, да, это, да, это? Ой, бедняжка. А потом что, он залижет, типа, эту ученичку? Смотри, джинсы, штаны раскрешенные. А пацан сейчас без дыма, да, смотри. Смотри, от, реально отпиздил ее. Опасный пацан. Я выкинулся, не опасный пацан, но завелся. Ага, все. А пацаны такие, блядь, мне трусы показали, трусы показали, трусы показали. Да, о, вот трусы. А потом чиксы типа помирились. А тебе обычно чиксы после такого не мирят? Да, мирятся чиксы после всякого. Так кого кого препод любит, интересно? То есть кого хочет выбрать? Непонятно. Ну, в результате он останется черненькой. Которая немножко поставила. Стерва. Почему стерва? Ну, черненькая стерва, раз под ножку поставила. Подставила подружку. Это был крик отчаяния. Саша, надеюсь, не все. Классно, да, написал? Поэт. Скажи ему, что я считаю, что он поэт. Самое, Ксюш, ты сегодня очень активна, не? А что тебе не нравится? Мне нравится, когда ты более спокойная. Ну, естественно, ты же любишь доминировать. Вот это самое беспонтовое. А, преподно. Блядь, какой еще клипак посмотреть? Что у нас еще про школу? Может, это... Блин, как же... А если просто школа? А давай посмотрим, какие драки в школе. Это же круто. Да, точно. Школьные драки. Школьная драка. Между девочек. Да. Нет, это мужик чмо, и я его лично что-то там делала. А, ну, школьные драки между девочек это лучше. Нравится драка, надо добавить на страницу. Охуенно. Блядь, им лет по 12, фига не жестко вообще, дерутся. Вот это тоже смелый пяти, кстати. Все уже, до краев пробил. Он... Интересно, почему мужские драки никто не разнимает, а женские все разнимают? Я его не разнимал. М? Я его не разнимал. Нет, все всегда их разнимают. Мне кажется, это из-за того, что все хотят просто девок полапать, поэтому их разнимают. Как спонтово, по почкам. Тихо, ну Ксю, ты как будто укурилась.
только перемотаем. Ой, бля. Это было мощно. Сколько он поедет? Это, блин, это прям, больно, прям это больно, правда. Блин, это какой-то дед вообще. Так подожди, это Батянева, наверное, да? Вот это весело, да. Девочки всегда очень весело дерутся. Сто 16 просмотров. Хуя себе, блядь. Мне нравится. Чё она упала-то? Она чё? Её чуть-чуть схватила, а чё она упала-то? Ну я за волосы схватила. Чё она хила-то такая? Ну я за волосы схватила. И чего? Она сразу падает, и, что ли? И потащила. И чего? Она так подумает, раз я типа упаду, значит она меня бить не будет. Угу. Дура. Блин, чё так медленно грузится? Чё за хуйта такая? О, боже мой. Блядь, мне жалко ее. Пиздец. Добавить. Потому что она лежит как труп, она могла ей нахуячить. Она... Блядь, смотри, она ее сейчас все зубы выбит. Че вообще? Да, бля, а че она лежит-то? Ее... Извините. Все, тише, все, хорошо. Просто почему она лежит, я не понимаю. Мама, блядь, по роже не бей ее! Давай, я, сука, говорю, блядь. Да не, школьницы, да, они такие, кажется, такие очень. Бля, они одинаковые, видите, посмотри, она могла бы ей навалять так же, если бы она не ссала, если бы она не валялась на земле. Успокойся. Я не могу просто на это спокойно успокойся. Смотреть. Успокойся. 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 Да нахуй, отвали, сука. Прежде чем заговорить, я тебя выебу, нахуй, поняла? Но они реально одинаковые. Да, все, ее не толпой бьют. Ну, правда, я не могу на это что-то спокойно смотреть. Напрягает, что ты это самое так. Что? Ну, так возбуждена. Эй, ты обидела, что ли? Обижайся. Я сейчас приду. Не, ну надо обижаться. Я сейчас приду. Ты уронила? Нет. Беспонтово дерутся не так, как в России. Женя? Крутяк. Попали. А, за телочку заступил, типа. Бля, вот мой вот пацан вообще уважаю. Добавить. Добавить.